Добрый вечер. В эфире программа «Ракурс». Я ее ведущий Игорь Кононенко. Это запись лучших чувств всего прошлого века. Более того, это лучшая часть этого века. Это про джаз. К тому же считается, что джаз стирает границы между людьми и создает атмосферу взаимопонимания и терпимости. Он же вектор свободы выражения мнений, является символом единства и мира, снижает напряженность в отношениях между людьми, социальными группами и общинами, и даже способствует гендерному равенству. Убедиться в этом, дорогие телезрители, мы сможем совсем скоро, но оставим самое сладкое на потом. А сейчас сделаем небольшой экскурс в историю джаза. Смотрим. Джаз – це один з видів музичного мистецтва, який виник під впливом африканських ритмів, європейської гармонії і залученням елементів афроамериканського фольклору. Джаз як явище виник у 1910 році на півдні США та швидко розповсюдився у всіх розвинутих країнах. Цей музичний напрямок постійно змінювався. Паралельно проходив декілька характерних етапів розвитку. У 30-40-х роках минулого століття термін дестабілізувався свінговим бумом та бібоп. Рухом. Сучасне ж значення з'явилося у 50-х, коли джаз об'єднали у музичний жанр. Тоді й виникли його різновиди – свінг, вокальна експресія, імпровізація, опора на рифи та використання ладів з блюзовими нотами. Поступово джаз наблизився до сфери найвищого мистецтва, при цьому зберігши суперечливу тотожність як популярній, так і академічній музиці. Зараз джаз є престижним видом мистецтва і підтримується науковими колами, установчими фондами та всесвітньою мережею фестивалів. Спадщина джазу широко відома. Він продовжує впливати на світову музичну культуру. У нас в гостях заместитель городского головы Валентина Берлин и директор музыкальной школы номер 4 Елена Ковальская. Добрый вечер. Добрый вечер. Валентина Николаевна, я уверен, что Кривой Рог уже истосковался по джазу. Я имею в виду не гастрольные туры заезжих артистов, а я имею в виду фестивальный джаз, я имею в виду конкурсы джаз, когда определяют мастерство конкурсантов, когда вручают хорошие, классные призы. Вот в этом плане я знаю, что город приготовил большой сюрприз поклонникам этого вида музыки, ну и всем криворожанам. Безумовно, я з вами згодна, оскільки вже давно і багато музикантів розмовляли, так збираємося колом, коли говоримо про музику, і чому серед великого різноманіття фестивалів, які проходять у місті Кривий Ріг, немає джазових фестивалів. Адже колись ми знаємо і дуже славно звучало місто Кривий Ріг як столиця джазової музики на Україні. Ми пам'ятаємо горизонти джаза, ми пам'ятаємо Олександра Гибель, який так активно відроджував цей рух музичний на Криворіжжі. І скільки фестивалів провів, і починаємо, пам'ятаємо, як починалося, і яке широке коло потім долучилося до цих всіх фестивалів. І, безумовно, дуже хотілося відродити, знову почати цей фестивальний рух у Кривому Розі. Дуже важко давалося, але знайшлася команда однодумців, які з порозумінням поставилися до всього цього цікавого експерименту. Повільно ми набирали обертів, оскільки безумовно, це і фінансова складова ставила, це, безумовно, і учасники фестивалю, це і проживання, це і харчування, це і фінансування, і це яскраві гості, які повинні бути на кожному фестивалю. І оскільки це, так ми вважаємо, перший після довгого такого терміну відсутності джазового фестивалю, а останній фестиваль в нашому місті був у 2000 році, 17 років не було, то ми дуже скрупульозно підходили до кожного запрошеного і дуже обережно і до нас ставилися, оскільки пам'ятали яскраві концертні, фестивальні дні Палацу культури Центрального гірничого збагачувального комбінату, ту велику кількість безмежно талановитих музикантів, які проживали і проживають сьогодні у Кривому Розі. І тому ми сьогодні вже не уявляємо собі Кривий Ріг. Ми порівнюємо джаз і Кривий Ріг, оскільки ми все рівно розуміємо, що фестивалі джазові на Криворіжжі повинні бути. І все-таки, що ви приготовили нашим землякам? І ми приготували, ми зібралися, і от сьогодні будуть, я знаю, гостями вашої студії ті люди, які стоять сьогодні у витоків, знову ж, повертання джазового фестивалю на Кривий Ріг. Спочатку ми дуже довго обирали назву і хотіли прив'язати її все ж таки десь до горизонтів джазу, оскільки ми промислове місто. А потім, знаючи, що сьогодні багато повертається старих назв міст, вулиць нашого міста, ми зупинилися, що фестиваль все ж таки буде на Поштовій, і тому з'явилася така назва «Джаз на Поштовій». Так. І в театрі Шевченка буде відбуватися. І, безумовно, потім почали вести перемовини з людьми, які могли би бути членами журі, про що моя колега розкаже. І з зірковими гостями, і
отримали погодження від біг-бенду Аніко Долідзе, і вона сама буде як і членом журі, так і учасником, і концертна програма буде від колектива Дениса Аду, від нашого земляка Анатолія Шумейка, відомого у джазовому світі і організатора джазових фестивалів вже у своєму місті, і від багатьох інших, і безумовно від наших колективів, це і дитячий джазовий оркестр, це естрадний оркестр Криворізького державного цирку, це і колектив музичного коледжу перед керівництвом Ігоря Курила. Це і, безумовно, зірковий колектив Men Sound. Тобто насичена дуже програма буде фестивалю і дещо про фестиваль, я думаю, що давайте... Єлена, да, тепер к вам взорився. Да, Єлена, ви директор фестивалю. Ви з якими трудностями столкнулись на начальному етапі цього фестивалю, коли почали визванюватися, думати, кого пригласити, от від чого ви йшли і к чому в кінці концов прийшли? Самая первая трудность – это то, что мы как бы возобновляем фестиваль, и что это фестиваль первый. То есть, что мы как новички, знаете, не зная ошибок, не зная, что нас ждет дальше, мы все-таки идем в бой и работаем, и я так думаю, и очень надеюсь, и, в принципе, я уверена, что у нас все получится, потому что мы вложили в это и душу, и все возможности, и какие возможные и невозможные. Вот. И хочется сказать о том, что, да, фестиваль – это хорошо, но мы являемся новаторами. Мы являемся новаторами в том, что у нас не только фестиваль, на котором можно насладиться джазовой музыкой, у нас фестиваль-конкурс, в который участники могут еще и побороться за звание лучшего. Вот. Поэтому я считаю, это тоже очень актуально и правильно. В нашем фестивале участвуют 6 категорий возрастных, от 6 лет детки и до категории профессионалов. А профессионалы это и за 80 лет, правильно? Да, все желающие, пожалуйста, мы ради того, чтобы все-таки возродить вот, и сделать центром, как это было раньше, джазовое искусство. Вообще хочется немножко отклониться, сказать, что на самом деле Кривой Рог у нас не только джазового искусства, хотим, чтобы это был центр, а у нас и танцевальный центр, и духовой музыки центр. То есть у нас настолько развита культура и искусство в городе, что я не знаю, есть ли какой-то город в Украине, в котором вот такое количество фестивалей и коллективов профессиональных, это очень похвально, и мы должны этим гордиться. Что я знаю, что такой... жюри очень уважаемые, среди них наши земляки, вот немножко об этом. Да, о жюри. Хочу сказать, что Валентина Николаевна говорила о том, что очень много выходцев, популярных музыкантов и педагогов, выходцы из Кривого Рога, из школы джазовой именно нашего города. Так вот, я хочу сказать, что главой жюри будет у нас Шумейка Анатолий Иванович, заслуженный деятель искусств, преподаватель, саксофонист, аранжировщик, кстати, его аранжировки будут у нас исполнять наши ученические коллективы, конкурсанты. Да, это тоже очень похвально и на самом деле очень удобно, потому что ну, очень мало аранжировок и приходится искать. А вот у нас есть такой человек, который сам делает инструментовки, аранжировки. Анатолий Иванович – это один из организаторов эстрадного отдела в нашем музыкальном колледже. И мало того, он первый руководитель и первый дирижер биг-бенда Криворожского музыкального, тогда было училище, сейчас он уже Криворожский музыкальный колледж. Вот. Поэтому для нас он наш криворожанин, мы его считаем своим земляком, несмотря на то, что он сейчас живет в... Скадовский. И является... до речи, перший він відгукнувся да, і підтримав да, нас. І дуже помогав, да, очень помогал. Мы с ним очень тесно связаны, поэтому спасибо ему огромное заранее. И он является тоже основателем фестиваля, но в Скадовске он проводит, но там фестиваль, у нас фестиваль. Может быть, когда-нибудь объединимся, да, там к морю ближе, да, тоже посмотрим. Будем приезжать. Перспектив много, но будем уже говорить. Я знаю, что Изюминка ведущий, да, будет. Так, у нас ведучим член, він є і членом жюрі, ведучий фестивалю Петро Полтрів, також дуже відома особистість у джазовому світі. Це відомий музичний критик, теоретик і керівник єдиної на Україні школи джазового естрадного мистецтва. Вот, а далее... Да. Следующее, мне хочется еще сказать, что выходцем, опять-таки, из наших джазовых музыкантов есть Денис Аду. Парень, который закончил 10-ю музыкальную школу, прошел через наш известный джазовый коллектив детский, затем он закончил музыкальное училище, и теперь он является одним из сильных трубачей и прекрасных музыкантов, джазменов в нашей Украине. Он является преподавателем
Института культуры, да. И помимо этого он имеет свой бенд, называется «Денис Аду Бенд». И, кстати, он к нам приедет не только как член жюри, а он приедет со своим еще одним коллективом, который под названием «Денис Аду Квартет», и будет выступать у нас в нашем концерте. В один день с биг-бендом «Аніко Долідзе». Це буде 21 жовтня. Да. А насколько широкая аудитория, география охватывает участников фестиваля? Ну, заявки мы уже сегодня закрыли, хотя на самом деле у нас уже больше 100 человек. И продолжают поступать, или уже часто? Да, но уже просто мы не можем... А можно было бы больше, если было бы возможность. Да, можно было бы увеличить еще количество дней, было бы замечательно. Но, к сожалению, мы... Да, вот мы связаны... Кто не разрешает увеличить? Говорите мне, я попрошу. Часу уже просто немає, щоб відслухати. От скільки ж кожен колектив, кожен виконавець наперед присилав свої аудіофонограми або відеофонограми, комітет відслуховував і давав добро большой, на... Очень пласт роботи, так, да, добро на участь або не участь у фестивалі конкурсі. І ми дуже приємно здивовані, що на перший фестиваль конкурс і географія у нас досить таки серйозна. Да, наші географії різні області України, це Львов, це Харків, це Київ, це Одеса, це Кіровоград, Черкаси, Запорожье, Дніпр, ну, Вінниця. Вот, Кривой Рог кем представлен? И, конечно, Кривой Рог. Кривой Рог нас представляет, ну, в качестве... мы как раз будем 20 числа, у нас открывают наши криворожские коллективы. Значит, вначале у нас будет торжественное открытие в 7 часов вечера, и затем будут наши коллективы криворожские выступать. А именно это цирковой оркестр, эстрадный цирка, да, нашего государственного. Это биг-бенд Криворожского музыкального колледжа под руководством Игоря Курила. И, конечно, завершит изюминкой будет наш детский образцовый джазовый оркестр 10-й музыкальной школы. Лена, вот мониторили вы все это, фавориты фестиваля есть? Глядач визначить фаворита фестивалю. Скільки складно сьогодні визначити когось окремо, скільки зірочки яскраві, такі творчо відомі особистості на Україні у джазовому світі. Но наших земляков в числі фаворитов теж хотів і в числі призерів. Сьогодні вже є фаворитом наш Денис Аду, а завтра побачимо, можливо, якась нова зірочка народиться на фестивалі і буде також фаворитом. Дай Бог, дай Бог. А потім ще позже, може, ми і розширимо, зробимо міжнародним цей фестиваль. Чому б і ні, правильно? Можна ж замахнуться. Дай Бог, да, и пусть финансы бы еще побольше, и было бы сделали. Валентина, вы говорите, вот когда о джазе говорите, у вас глаза горят просто. Вы сами как относитесь к джазу? Вот просто как сидеть на диванчике и послушать музыку? Ну, скажем, у меня эта музыка щодня дома есть, оскільки человек особисто сам музыкант и дуже полюбляє саме джазову музыку. И не просто джазові стандарти, цікаву, таку змістовну, філософську джазову музыку. То джаз у нас в домі... То есть вы просто обречены, да, любить джаз? Ні, мені подобається. Якщо мені не подобається, я займаюся тільки тим, що мені подобається. І от намагаюся до своєї команди так приєднати людей, які також цим живуть, як також, як ви кажете, горять очі. І навіть і спонсорів вдалося. Валенька, кстати, а помощниках і спонсорах фестивалю? Ну, перш за все, безумовно, хочеться подякувати тим людям, які відгукнулися самими першими. Це і громадська ініціатива мешканців Кривбаса, дякуючи Володимиру Петровичу Соколовському. Це і компанія «Мединвест», це і Volkswagen в особистості депутата міської ради Валерія Гриско, це і ресторан «Околиця», це і багато-багато людей, однодумців, які приєдналися і на сьогодні готові з нами поруч іти, слухати, співати, творити, фінансувати. А про подарки, призи розкажіть. Ой, ви хочете, щоб ми все розповіли? Ну так, звісно, ми ж хотіли зрителі. Давайте приходьте на фестивалі все побачити. До речі, я вам подарую афішечку таку. І хочу запросити всіх, хто сьогодні нас дивиться, полишити свої справи, сьогодні вже спланувати свій час 20-го, 21-го, 22-го жовтня. Перша половина дня – це, безумовно, будуть конкурсні програми, де будуть показувати свої таланти діти, які займаються і полюбляють джаз, і грають дуже добре. Друга половина – це, безумовно, концертні програми. Я вже зазначила, що перший день – це наші колективи роботи, другий день працює колектив біг-бенд «Аніко Долідзе», яка, до речі, теж є членом журі. Не дали продовжити трішечки Олені В'ячеславовні. І 22-го концертна конкурсна програма, майстер-клас з керівниками і членами журі, і славно відомий колектив гурт «Мен Саунд». От такі три дні джазу в нашому місті. В театрі Шевченка. Я думаю, так.
театрі Шевченка на Поштовій. Я думаю, що кожен отримує велике задоволення від того, що від тої кількості прекрасної музики, яка буде звучати на терені Поштової вулиці. Якщо можна, от наша ж задача зробити фестиваль-конкурс інтересним. Поэтому мені ще хочеться сказати о том, що спасибо огромное нашим меценатам і нашій власті городской. Почему? Потому что предоставили такую финансовую возможность. У нас нашими конкурсантами будет еще живой стейдж-бенд, то есть живой звук. То есть наши конкурсанты имеют возможность показывать свое мастерство, аккомпанируя живыми профессиональными музыкантами. Это уже завдячуючи управлению культуры Виконкому Кривицкой міської ради. Да, поэтому это тоже очень важно, потому что это очень интересно, и каждый музыкант, ну, это престижно, сыграть с музыкантами такого уровня, поэтому это тоже будет изюминкой нашего фестиваля. И таких конкурсов под супровід живої музики на Україні для дітей майже немає. Да. Кстати, и как раз это будет и пропаганда джаза, и реклама джаза в хорошем смысле, когда маленькие, я же знаю, что самому младшему участнику 6 лет будет, да, правильно? Да. Насколько и родители посмотрят, и возможно, кто-то из детей захочет продолжать обучение джаза. Мало того, я прошу прощения, я перебиваю. Мало того, у нас еще особенность какая, что обязательное в исполнении детей конкурсном – это импровизация. Ведь что такое джаз без импровизации? Так вот мы стараемся так, чтобы уже дети понимали, что это не просто сыграть джазовую песню, да, а это нужно еще джазовое произведение, а нужно еще и импровизировать, чему мы и стараемся научить наших детей, и это очень тоже Елена, кстати, да. О детях. Вот я знаю, что вы открыли или собираетесь скрывать на базе своей музыкальной школы эстрадное отделение. Да, мы его открыли. Вы так переглянулись, это секрет тоже был? Да нет, сколько у вас секретов? Это не секрет, просто мы уже очень много времени вместе так работаем, что у нас уже все общие темы, вот получается, что мы... Мы ранок починаем, да. Про конкурс фестиваля и закінчуємо день. Да, мы открыли отделение, на сегодняшний день это единственное отделение в нашей школе эстрадное, но оно еще очень молодое, в стадии развития, но несмотря на это мы уже тоже подали заявочки, и мы тоже будем участвовать, и очень надеемся, что мы все-таки разовьемся и придем к какому-то хорошему результату. І хочу сказати, що все ж таки серед конкурсантів домінують вихованці музичних школ міста Кривого Рога, для кого ми перш за все робимо, щоб своїх підтягувати і давати можливість розвиватися. І маємо надію, що вони будуть серед яких-то серед призерів. Вони обов'язково будуть серед призерів, тому що Кривий Рог не може не бути без побідителя, тому що дійсно Кривий Рог – це синонім слова джаз. І так думаю, що цей фестиваль дасть поштовх для народження наступних фестивалів. Елена, пользуясь случаем, тоже пригласите всех желающих. Да, уважаемые любители джаза и те люди, которые хотят полюбить джаз, пожалуйста, приходите, мы рады будем вас видеть. 20-22 октября Академический театр драмы и комедии имени Тараса Григорьевича Шевченко. Рад вас видеть, ждем вас, пожалуйста, с удовольствием. Хочу додати, що ми забули сказати ще про головний елемент любого фестивалю – це джем-сейшн, який у нас також буде відбуватися 21-го і в прекрасному кафе, знову ж таки, яке знаходиться на Поштовій, і називається «Забой». Ми думаємо, що це буде забойний джем-сейшн або забойний джаз. В общем, місце встречі на Поштовій. Безумовно. 20-го, 21-го, 22-го. Нікуди. Да, ви бачите, ваш покорний слуга теж підтримує це направлення як джаз. Я обов'язково прийду в цій симпатичній бабочці теж к вам на фестиваль. Запрошуємо. Спасибо большое. Спасибо за содержательную беседу. Пусть у вас все получится. Вы очень начинаете хорошее и доброе дело. И пускай оно потом набуде, как на украинском сказать, статус международного. Потому что мы это заслужили. Спасибо за содержательную беседу. Мы продолжим разговор о джазе. А сейчас не переключайтесь. Впереди небольшая рекламная пауза. Джаз – ровесник кино и авиации, для криворожцев уже давно стал частью истории города. Когда-то Кривой Рог был признанной джазовой столицей, несмотря на свою провинциальность и рабочее происхождение. Парадоксально или закономерно, но именно здесь рождались и жили биг-бенды, джазовые ансамбли, диксиленды и хоралы. Именно тут был виден союзу фестиваль «Горизонты джаза». И стать участником этого фестиваля мечтали почти все джазовые исполнители страны. Идейным вдохновителем и одним из организаторов «Горизонтов» был легендарный Александр Гебель. Про него много знают наши гости. Татьяна Петрова, директор музыкальной школы номер 2. Добрый вечер, Татьяна. Добрый вечер. Сергей Париев, соорганизатор фестиваля «Горизонты джаза». Добрый вечер. Добрый вечер. И Наталья Погорелова, организатор концертов, директор ивент-агентства. Добрый вечер еще раз, господа. Татьяна, хотел спросить, вот как зарождался фестиваль, первый фестиваль городской джазовый «Горизонты джаза»? С чего все начиналось, кто бросил эту идею, клич, и как вы запустили этого ребенка в свет?
Ну, запустил Александр Гебель, потому что у него на тот момент, когда он имел свой детский оркестр, имел диксиленты, имел джаз-хорал, у него были, он ездил по всему бывшему Советскому Союзу и за рубежом был, и, наверное, появились связи, и эта идея возникла. Он говорил, что было очень трудно это все, но все равно город как бы запустил этот международный фестиваль. Да, 87-й год. И поэтому мне кажется, что благодаря тому, что он имел много друзей, много знакомых, и он был очень таким организатором шикарным, не только музыкантом. И это все получилось. Ну и вокруг него было много очень хороших музыкантов в Криворожье. Я слышал притчу такую про Гебеля, не знаю, правда или неправда, когда он переехал на ПМЖ в Германию. У него был тоже детский оркестр свой джазовый, состоящий из немецких уже детей. И когда он репетировал и зарепетировался так, и буквально там надо было еще повторить какую-то композицию, дети сложили свои там инструменты и ушли, хотя он просил их остаться. Но немцы, насколько пунктуально, они сказали, все, время репетиции закончилось. Неужели он такой трудоголик был и в жизни, действительно? Да, да, был трудоголик, и неисчерпаемые были у него силы и энергия. Я всегда поражалась его вот такой большой силе, и не только организационной, а выносливости иметь таких больших три коллектива и писать аранжировки, и репетировать. И мы вот джаз-хоралом репетировали по много и долго работали, когда нужно было ехать и выступать не только у нас в Кривом Роге. Ну, в общем, это было время и людей, которые любили джаз, встречались на джазовых фестивалях, вот в «Горизонтах», и это был круг людей, где можно было пообщаться, послушать классную музыку великих музыкантов вообще мирового уровня. Сергей, ностальгируете по «Горизонтам» джаза? Да, есть немножко. Тогда вся атмосфера в городе была такая наэлектризованная джазом. Было очень много музыкантов, которые работали в разных местах. Конечно, это все музыканты были, знаете, как очень сильный уровень был. И эта музыка была для нас, для всех, как бы прорывом в какую-то новую жизнь. Здесь совпало все. И это перестройка, вся страна менялась. Мы менялись вместе со страной. И к нам очень стремились попасть иностранцы, потому что для них тоже был Советский Союз открывался. И все приезжали к нам. И знаете, как вот в физике есть перенасыщенный раствор. Когда сахар бросают потихонечку в воду, и потом он кристаллизуется. Вот это так кристаллизовалось у нас. Саша, конечно, у него огромная энергия. И сочетание, редкое сочетание способностей, талантливый человек, и работоспособности. Все крутилось вокруг него. Вокруг него всегда были люди, которые помогали. Много было и даже те же комсомольцы, которые поначалу как бы в штыки воспринимали. Потом они нам помогали. И райкомы все. Ох, эти комсомольцы. Да, они помогали. Много было людей. Забавный случай, просто так вспомнил. На одном из фестивалей надо было отправить какой-то коллектив на поезд. Практически все фестивали проводились в ДК ЦИГОКа на 44-м квартале. И не было транспорта, что-то не срослось. Люди остановили троллейбус, посадили этих музыкантов с аппаратурой, отправили развернули троллейбус в другую сторону. Отправили, и все это прошло, и водитель не возражал. В общем, так было. Ну, потом по результатам всех фестивалей, тоже стараниями, в основном, конечно, Саши Гебеля, у нас открылось эстрадное отделение, музыкальное училище. И вот эти ребятки, которые были у него в оркестре, они практически все прошли через наше музыкальное училище. Потом мы их отправляли, сначала отправляли в Харьков. Там в Институте культуры был джазовый факультет. Потом через время открылся в Киеве, в Институте музыки имени Глиера, открылся эстрадный отдел. Потом наши ребята поехали туда. Были такие годы, когда полностью курс, выпускники наши, просто переходили из Кривого Рога в Киев. Сейчас эти все ребята, они работают в Киеве, кто-то за границей. Но сейчас только криворожан в Институте Глиера на эстрадном отделении 6 человек преподавателей. Вот Саша Гебель сейчас до сих пор
как бы еще трудится, но уже по чуть-чуть там возраст и семейные дела не позволяют ему там в полной мере работать. Он Понятно. Приезжал к нам. Вот. У нас в городе есть много очень энергичных людей, которые не дают забыть нашим криворожанам, что такое джаз. Они энергичны, сами любят джаз. Вот среди таких есть наши гости Наталья Погорелова, которая организовывает гастроли джазовых оркестров, джазовых групп. И вот благодаря ей мы можем еще наслаждаться и любить джаз, и, по крайней мере, не забываем про него. Наталья, вот насколько сложно организовывать джазовые гастроли, и едут ли к нам Кривой Рог все? И что вот интересное было за последние, на первые годы, приезжали ли какие интересные группы, насколько легко тебе с ними было общаться и самой вот окунаться в эту атмосферу джазовой прекрасной музыки? Далеко ходить не надо. Видеоряд в начале программы – это вот с самого свежего концерта Рэя Брауна в Кривом Роге. Ну, как видели, там полный аншлаг, sold out – это два слова, которые ласкают слух любого организатора. Да, музыканты едут с удовольствием, но, в принципе, мы стараемся в своих проектах как бы транслировать музыкантов уже новой формации. Но вот Рэй Браун, человек старой школы, сын Эллы Фицджеральд, ну, мы просто не могли пройти мимо такого музыканта, поэтому это очень значимое когда событие. Меня с ним менеджер связался. Нет, здесь все проще. У Рэя Брауна жена украинка нынешняя, поэтому они вот по дороге из Нью-Йорка в Запорожскую область сделали несколько концертов с полным аншлагом. Да, другие музыканты выбираем, естественно, все это личные связи, все это личные знакомства. Для этого мы ездим по фестивалям, по концертам. Приглашаем, всем нравится. Публика, которая сейчас может у нас называться джазовой публикой, она немногочисленна. Но она настолько чувствующая, она настолько... Я ей очень благодарна за вот эту поддержку. То есть они настолько доверяют уже организаторам сейчас, что когда идет анонс следующего концерта, еще неизвестно кто, они говорят, нам уже, пожалуйста, сразу места бронируйте. Наташа, а ты заняла эту нишу, потому что никто ее не занимал по приглашению вот именно джазовых групп музыкальных? Или тебе действительно, ну, это интересно, это твоя жизнь, и джаз это, можно сказать, полет души, и для тебя это просто... как единство. Кроме нескольких гуманитарных и экономических образований, еще имею небольшое среднее специальное музыкальное. Вот поэтому как-то это все началось с рекламы, с ивента. Но у меня не только в видах деятельности джазовые фестивали и концерты, но и другие тоже. Вот, например, «Ночь индустриальной культуры», где в основном на рок было... сделано был акцент. Вот. А джазовые нет, ну, как-то так вот. Джаз – это лучшая как-то музыка. Как-то получилось. Джаз, да? – это лучшая музыка, которая может быть в этой жизни. И джазовые музыканты могут играть все. Вот в той же рок-группе «Антитела», которые приезжали, там два джазовых музыканта играют сессионных. В остальных поп-рок коллективах тоже есть джазовые музыканты. Они умеют играть все. С ними легко, с ними хорошо. Они не избалованы, они не замажорены, и у них вот этой вот звезды и короны нет. То есть они не ставят себе такой цели. Для них главное донести свою музыку до публики. Ты обратила внимание, публика та же приходит на джазовые очень концерты много или новая? Очень много молодежи, очень много новой публики. Тем более, что мы стараемся джаз новой формации именно продвигать. То есть джаз уже 21 века. Это так называемый европейский джаз. Да, стандарты, как всегда, популярны. Стандарты всегда любят. Но стандарты тоже надо суметь сыграть так, вот как сделал это Рэй Браун, чтобы это было вкусно, красиво, понятно. Но есть же и новая музыка, и авангардный джаз, и фьюжн, и новая волна. В общем, спасибо. Очень хорошо. Татьяна, расскажите немножко про свое эстрадное джазовое отделение в вашей музыкальной школе. Я знаю, что ваши воспитанники будут тоже принимать участие в фестивале «Джаз на Почтовой». Ну, хотелось бы, конечно, эстрадно-джазовое отделение открыть. К сожалению, пока еще возможностей финансовых нет. Но от того, что мы воспитаны, наши дети воспитаны в джазе в те времена, поэтому до сих пор существует джаз-хорал, который ведет моя дочь.
дочь Катерина, уже другие люди, конечно же, несколько поколений прошло через этот джаз-хорал. Есть в нашем городе, не только вот в нашей школе, и я люблю джаз, я детей воспитываю тоже именно джазовой музыки. У нас много музыкантов, и Кукарев, Саша, и Носачев, который эстрадный оркестр, но они играют джаз, и есть в других школах, ну, Big Band, так как, конечно, прежде всего, который начал Александр Гебель и сейчас продолжает свое существование 10-й музыкальной школы. Как бы, понимаете, вот у нас очень тесные связи с музыкальным колледжем, потому что вот Игорь Курило, который заведует этим эстрадным, с этим бендом, мы сделали в нашей школе вот музыкальный такой проект, джазовую феерию, где вокалисты пели вместе с оркестром училища, и это очень, для нас было очень почетно. И мне кажется, даже вот наблюдая фестивали «Джаз и юность», которые уже мы считали, разговаривали вот с Сергеем и с другими музыкантами, кажется, он уже почти 20 лет существует, и с подачи Анатолия Ивановича Шумейко. И, конечно, мы все участвуем в этом фестивале, и появляются новые коллективы. И очень радостно, хочется еще больше развивать. Немножко, я же говорю, связывает финансовые моменты, что ставок не хватает, но мы изыскиваем все равно, любим это. Ну, напутствие вы им дали, чтобы они пришли с призами, правильно, с фестиваля? Чтобы заняли хоть призовое место. Вы знаете, как раз джазовые музыканты к этому не стремятся. Я говорю, для нас... Они просто играют, для нас просто, да. Вот ты просто должен почувствовать кайф от этого, ты послушать, это почетно, что у нас стейдж-бэнд будет, что будут солисты играть, и вот с профессиональными музыкантами. Это просто уже счастье, радость и удовольствие. Сергей, что для вас джаз? Это одна из областей музыкальных, в которых можно себя выразить. Я заканчивал консерваторию, музыкальное училище перед этим, получил классическое образование, я люблю классическую музыку, сейчас работаю в оркестре театра. Там, конечно, это другая совершенно, другая жизнь, другое измерение. Но джаз нам всем очень нравился, еще, может быть, потому, что его запрещали в свое время в Советском Союзе. Но это, конечно, музыка, которая позволяет музыканту полностью себя реализовать. Ну, берете иногда периодически инструмент, наигрываете какие-то мелодии? Это все-таки джаз, импровизация. Я последнее время работал за границей, как раз по этому профилю, скажем так. Джаз на Поштовой какое-то отношение имеете? Будете присутствовать там, наблюдать, смотреть? Буду присутствовать, да. Ко мне обратили, в общем, занимаюсь одной девочкой, она играет на трубе. Девочка. Девочку будем готовить к джаз-фестивалю. А девочка на трубе – это нонсенс, да? Вообще? Ну, я думаю, увидите. Хорошая девочка. Видите, сколько я узнаю нового. Наташ, я знаю, что такой подтолкнуть энергетически к фестивалю джазу на Почтовом вы еще сможете за 5 дней до этого. Еще есть какой-то тоже фестиваль. Буквально за 2 дня. Да, да. Вот немножко об этом расскажите, 18 пожалуйста. 18 октября – это блюз. Мы начнем с блюза. То есть когда встречается джаз с блюзом, происходят очень интересные вещи, поэтому... Рождается музыка да, красивая. Вот этот процесс вы сможете пронаблюдать и услышать 18 октября в ресторане «Автограф». Отличный квартет Константина Колесниченко, великолепных днепропетровских музыкантов. То есть музыканты уровня европейского, которые работают с тем же Фрэнком Паркером, с Рэем Брауном. Они ездят, они гастролируют, и вот они наконец-то вернулись домой и приедут к нам 18 числа. Спасибо вам большое, спасибо вам большое. Занимайтесь этим делом, популяризируйте джаз и несите в массы прекрасное. Спасибо. В крайнем случае, комсомольцев сейчас нету, мешать некому, поэтому давайте делать это вместе, сообща. Спасибо за содержательную беседу, у нас пока все. Увидимся в третьем блоке. Наша программа была бы неполна, если бы мы не пообщались в студии о джазе с его прямыми исполнителями. Знакомьтесь, Артем Зинченко, руководитель детского образцового джазового оркестра музыкальной школы номер 10. Добрый вечер, Артем. Добрый. Игорь Курило, заведующий эстрадным отделением Криворожского областного музыкального колледжа. Добрый вечер, вечер, Игорь. И музыкант Александр Балабан. Добрый вечер. Артем, что для тебя джаз? Хороший вопрос. Очень хороший, я готовился. Да, я понимаю. Джаз для меня в последнее время, да, последние 10 лет, это сложная и трудная работа.
потому что я работаю с детьми, детский коллектив, это не просто... С детьми интересно работать? Конечно, с детьми всегда интересно работать в любой отрасли, но когда это касается какого-то творчества, тем более такого, как джазовая музыка и игра не только сольная, да, а вот коллективное музицирование, так называемое, и стилистика, специфическая джазовая музыка, это очень интересно, это всегда весело, всегда задорно, и детвора, ну, меняется на глазах, когда приходит, уходит, взрослеет, становится, я это все наблюдаю, я это все вижу, общение, взросление и все остальное. А сколько времени надо, чтобы из мальчишки, там, например, 6-летнего, 7-летнего, который пришел заниматься джазом именно, чтобы он вырос, ну, хотя бы такого добротного джазового музыканта? Всю жизнь учиться? Конечно. Джазу надо учиться всю Конечно. Жизнь? Сейчас посмотрим и проверим. Мы побывали на репетиции детского образцового джазового оркестра, которым руководит Артем Зинченко, и попробовали впитать в себя волнующие ритмы музыки. Смотрим. Майже 40 років тому в цьому приміщенні з'явився маленький куточок афроамериканської культури. Її поціновувачі – вихованці 10-ї музичної школи, які не щуток знають, що таке джаз. Фішка вся в тому, що діти маленькі, але грають взрослу музику. Грають на достатньо професіональному рівні. Любимо дарити музику, любимо дарити своє творчество. Дитячий джазовий колектив – гордість 10-ї музичної школи. Від першого керівника Олександра Гебеля і разом вже з четвертим Артемом Зінченком оркестр неодноразово підтверджував статус зірцевого. Талановитий біг-бенд проставляє заклад і, звичайно ж, весь Кривий Ріг в Україні та за її межами. Последние победы – это победы в Болгарии, гран-при на международном фестивале джазовом «Джаз над морем» в Скадовске. И на сегодняшний день вот известные имена джазовых музыкантов в Украине – это имена наших выпускников, и мы этим тоже очень гордимся. За роки існування оркестр випустив понад 400 талановитих юнаків та дівчат. Сьогоднішні прихильники джазу – діти від 8 до 15 років. Ми працюємо слажено і вместе, учимо вместе партії, що где-то у кого не виходить, ми йому допомагаємо. Я думаю, це нам допоможе достичь високих цілей. У цьому навчальному році колектив запрошений до участі у численних конкурсах та фестивалях. Найближчий прийматиме Кривий Ріг. Вони готуються до виступлення на всеукраїнському фестивалі джазового мистецтва «Джаз на Поштовій». Я думаю, що порадують публіку, слухачів своїм успішним виступленням і якимись новими произведеннями. Фестиваль проводиться з 20 по 22 октября. Іван Проводов, Вадим Діденко. Цей день. Игорь, у вас уже к вам приходят уже ребята, подростки, молодые люди, которые уже как бы сформировались, от которых Артем уже на базовом уровне чему-то научил. Сложно их переломать? Или вы какие-то способы, идеи находите для того, чтобы они и дальше продолжали играть, просто совершенствовали дальше или что-то новое учились? Насколько сложно в этом плане? Вообще, на самом деле, это очень тяжелая работа, вообще руководить оркестром. Вот было время, действительно, когда вот мы уже выговорили о наших известных ребятах, тот же Дэн Аду, там, ну еще много очень нужно назвать. Вот, кстати, хочу проанонсировать немножечко. 6 ноября в музыкальном училище, ну сейчас колледж мы называемся, будет мастер-класс и концерт от Ивана Данильца. Ребята приходят, ну, с разной очень подготовкой, и надо их объединить и перестроить все-таки на профессиональный уровень. То есть музыкальная школа – это все-таки еще любительский где-то вот такой момент. Ребенок может себе позволить, да, нет, нельзя, не хочу, не могу. Музыкальный колледж – это ежедневная работа с утра и до вечера. И, наверное, и ночью тоже. То есть люди постоянно находятся вот в этой атмосфере работы. Ломать не хочется, но приходится очень часто, потому что часть профессии – это работа в коллективе, умение адаптироваться к требованиям руководителя, отвечать за себя – вот это очень важный момент, и плюс еще участвовать в работе всех. Это, ну, это серьезная работа для детей, которые вот вчера не были дети, сегодня они уже подростки, и завтра должны получить диплом, стать профессионалами.
Ну и плюс к этому небольшой такой момент, вот тяжело работать. Все-таки музыка для биг-бенда писалась для очень серьезных, высоких, высокопрофессиональных оркестров. И перестроить звучание под полуаматоров это практически невозможно. А требования высокие. Я вот, если читать того же Сэмми Нестика, очень известный аранжировщик, он пишет о том, что очень важное замечание в его книге об аранжировке. Музыка, она оценивается не за сложность, а за красоту. То есть найти вот эту грань между сложностью и красотой, а красота в разнообразии. То есть все цепляется одно за другое. А разнообразие, соответственно, надо уметь владеть инструментом, владеть собой и еще иметь какие-то впечатления, которые ты выразишь. Вот для людей в зале, в общем-то, не важно, сколько потов с вас сошло. И для людей на сцене уже не важно, сколько с него потов сошло. То есть человек, который... Он сросся с инструментом и сросся со своим коллективом, и он имеет что сказать. Вот это большая очень ценность, это научить трудно. Спасибо. Александр, вы состоявшийся музыкант. Это я к тому, что Артем сказал, что джазу и умению играть джаз необходимо учиться всю жизнь. Музыка и искусство не имеют своего предела. Каждый музыкант растет всю свою жизнь до последнего своего вздоха. Соответственно, назвать себя состоявшимся музыкантом очень тяжело и практически невозможно. Каждый старается найти ту свою, так скажем, нишу и в музыке, ну, музыканты я имею в виду, найти свою нишу в этом всем деле и двигаться как можно дальше, как можно сильнее, как можно мощнее. Каждому удается по-разному. Ну, я себя не могу назвать состоявшимся музыкантом, тем более, что наша жизнь заставляет, так скажем, искать себя в коммерции, в коммерческой музыке. Это далеко не академическая, не джазовая музыка, это, так скажем, более какая-то современная, увеселительная. Но джаз всегда остается, знаете, есть такая фраза, говорят, будь мужиком, играй джаз. Ну, хотите сказать, что джаз в коммерческом плане проигрывает на данной территории, в данном участке планеты, да, джаз – это не коммерция, джаз – это та душина, которой мы все пользуемся, слушая, играя его, и это то, в принципе, ради чего музыкант будет жить и двигаться дальше. А технический вопрос. Вы импровизируете или продолжаете играть вот по тем нотам? Или вот немножко расскажите про это, вот как музыкант играет джаз? Я приверженец вообще фри-джаза. Это что? Это такое направление музыки, когда нет заданной темы, нет начала, нет конца. То есть это музыка, возникающая из ниоткуда. Я практикую это со своими коллегами-музыкантами тогда, когда там, мы свободны от какой-то коммерческой деятельности. И мы это делаем исключительно для себя. Возможно, в скором будущем будем делать это. И что они вам говорят со стороны? Им нравится? Ну, то, что вы играете? Нравится то, что происходит между нами, между музыкантами в этот момент. Насколько понравится это людям или зрителям, или слушателям, это уже покажет время. Артем, твои воспитанники будут принимать участие в фестивале «Джаз на Почтовой»? Да, обязательно. Нас пригласили поучаствовать. В первый день будет выступать три оркестра наших криворожских замечательных коллектива. И дети мои, и оркестр 10-й школы будет участником фестиваля. Как дети настроены? Ой, по-боевому, как всегда. Ну, ты им объясняешь, что вот именно в таких мероприятиях, в таких фестивалях джазовых и проверяется и мастерство, они талант. Они сцены не боятся, они знают, что такое сцена, что такое выступление, тем более, что такое фестиваль, снова-таки джазового искусства, потому что сейчас очень много фестивалей с коммерческой стороны, подходящие к вопросу, и только джаз, по-моему, остался вне этого дела, поэтому... Детвора все прекрасно понимает, и на сцену выходят заряженные, бодры и с огромным желанием показать все, что они умеют, все, что они могут, все, чему мы их учим. Игорь, твои воспитанники? Мы готовимся, и я думаю, что мы постараемся, по крайней мере, показать очень, скажем так, грамотную музыку, очень аккуратную, очень правильную, разнообразную.
Ну, как получится, я думаю, что плохо не должно получиться. А что такое правильная музыка, если говорить о джазе? А правильная музыка – это, ну, я, у меня, не, наверное, нет столько времени, чтобы об этом рассказать, но… Ну, скажем словах. Так, есть опыт работы с, именно с людьми, которые родили эту музыку. Для них это намного сложнее, чем для нас. То есть вот Саша говорил о фри-джазе. Фри, да, это здорово, это в Европе сейчас хорошо. В Америке это святое. То есть правила, которые там существуют в джазе, их нарушать просто нельзя. Вы еретик, вас сожгут на костре, если вы играете джаз как хотите. Это правда. Поэтому, ну, тем более у меня задача как бы научить их правильным вещам. Вот я стараюсь сделать свою работу хорошо. Но победа обязательно для них или нет? Я не вижу смысла в победе. Я вижу смысл в хорошем очень выступлении, чтобы люди ушли из зала с удовольствием и с желанием еще и еще послушать какую-то разную музыку. Я думаю, не, дело не в джазе даже, а именно вот в том, чтобы это было интересно. Саша, а вы встречаетесь со своими коллегами из других городов, из других стран, может, те, кто уехал уже за границу, общаетесь, делитесь новостями, играете? Вот как у вас проходят вот эти тусовки, если так можно сказать, музыкальные? В основном через интернет. Да, то есть скайп включил, о, привет, да, из океана, о, Саша, да, привет, и наигрываете. Много. Ну, наигрывать не получается, наши технологии еще не настолько ушли далеко, чтобы мы могли в онлайне наигрывать. Но... слышимся, видимся, переписываемся, обмениваемся какой-то информацией вместе. Там ребята, которые где-то далеко, иногда и помогают, и подсказывают, там очень много интересного. Саша, как полюбить джаз? Вот всегда говорят, если то, что относится к джазу, говорят, что это на любителя. Это на любителя? Я считаю, понимаете, как... И что такое в нашем понимании любитель? Нам с этой любовью нужно родиться, потому что, ну, насиловать себя ради того, чтобы полюбить, ну, точно так же, как можно там сказать, как полюбить хоровую музыку или как полюбить балалайку, к примеру, да? Точно так. С этим просто нужно родиться, ты либо тебе это нравится, ты это чувствуешь, тебя это качает, либо тебе это не нравится. Ну, это зависит от того, какое у тебя воспитание или что у тебя есть слух, например, музыкальный. Это простейшее. Факторов может быть множество. Нет, то есть это нет здесь, здесь должно заиграть, да? Да, это душа. Все в комплексе. Все в комплексе. Все в комплексе. Артем, а вот тоже такой технический вопрос. Часто переманиваете к себе, например, классиков, ну, вокалистов-классиков, или от вас, например, переходят часто? Вот этот процесс идет у вас? Нет, и нет, по каким нет. причинам уходят или приходят к вам? Ни в коем случае. Никаких переманиваний, никто не приходит, не уходит. Дети идут целенаправленно. Знают куда, знают в какую школу, знают какой коллектив. И, в принципе, процентов 99 родителей знают, к какому педагогу они идут и зачем, и что они хотят в дальнейшем своему ребенку. Игорь, своими выпускниками гордитесь? Мне есть кем гордиться. Где они? По всему? Они везде. Вот сейчас приедет Дэн Аду. Есть, вот я говорил о Ване Данильце, есть Женя Абин. То есть, ну, я не хочу даже сейчас, чтобы никого не обидеть. На самом деле есть кем гордиться, и по всему миру ребята работают. Не обязательно это джаз, но они успешные, они знают, как себя вести в коллективе, как заработать деньги на своей все-таки работе. Да, и... Любимый. Все-таки к коммерции, да, возвращаемся, это, да, это, не без этого. Ну, это от жизнь. Этого мы не можем уйти. Знаете, Майлз Дэвис ненавидел белых просто за то, что они украли у черных джаз и пытались его продать. И он всю жизнь практически, если вы почитаете его автобиографию, положил на то, чтобы все-таки забрать обратно какую-то часть этого коммерческого проекта. А то, что душа, да, душа – это здорово, это замечательно, но вот есть люди, которым это не нужно. А есть люди, которые без этого не могут жить. Как с этим родиться или этому воспитывать, я не знаю. Спасибо. Я знаю, дорогие телезрители, что в нашей студии не хватает вот этих джазовых мотивов. Я уговаривал просто ребят, чтобы они пришли с инструментами. Но по техническим негораздам у нас это сегодня, по крайней мере, не получится. Но я надеюсь, что после фестиваля «Джаз на Почтовой» мы вернемся к этой теме, и ребята нам обязательно сыграют. Они обещали, по крайней мере. Спасибо вам большое. По результатам исследований доктора Роберта Затора из Монреальского неврологического института, джаз является одним из самых сложных для восприятия видов музыки, требующих от мозга сложной и напряженной работы. Исполнение джаза и особенно создание джазовой импровизации является для мозга еще гораздо более сложной задачей. Музыкальное же образование, импровизация
его часть, являются эффективными инструментами для повышения интеллектуальных способностей. А еще джаз учит импровизировать, быть смелым и любить, как ни странно, любую музыку. Как когда-то сказал дирижер Большого симфонического оркестра Чайковского Владимир Федосеев, американский джаз, созданный неграми, это великая народная музыка, а любая народная музыка – источник музыки классической. Попробуйте понять джаз. Завтра моя коллега Дарья Ворона будет говорить со своими гостями об юриспруденции и о людях этой профессии. С вами был Игорь Кононенко, который пытается полюбить и понять джаз. Еще обязательно встретимся.